Why, yeah. You got to give and get and let the pressure go. Адреналин. Просто кайф. Не, хорошо, интересно на самом деле. Да. Это надо попробовать сесть и проехаться, самому порулить этими собаками. Да, и впечатлениями все. Непередаваемые. Хорошо. Свежий только воздух, надо, отличная природа. Надо с собой брать мангал, шашлыки, хороший армянский коньяк. Приезжать сюда компании, можно отдохнуть неплохо. Покататься на тех же компаниях, упряжках, на санках. Не знаю, посмотреть собачек этих, потому что дома ты не сможешь содержать этих собак, а здесь все дозволено. Мне кажется, херню несешь. Дозволено, и можно спокойно поиграться с собачками. Первый раз, да, страшно. Потом привыкаешь. И... кажется, сейчас санки с дороги слетят, и ты куда-нибудь в бок там улетишь вместе с этими санками. Приток адреналина. А потом нормально технологию понимаешь, и можно ехать спокойно. Ну что, встанет? Вы так грявкнули, я сам что бы не пометил.